Ивановский район основан в 1926 году. Административный центр – село Ивановка. Основное богатство Ивановского района – земля. Наша территория – активный участник программы по предоставлению дальневосточных гектаров. С 2016 года выделено 862 земельных участка площадью 907 гектаров. Ивановский район стал инвестиционной площадкой для резидентов ТОР «Приамурская». В районе реализуется несколько крупных инвестпроектов. Например, логистический комплекс по хранению агрохимикатов и пестицидов. На территории района три аэробазы, конно-спортивный клуб, уникальные природные заказники. У нас хорошие перспективы выхода на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. До российско-китайской границы всего 42 километра. Удаленность Ивановского района от строящегося международного моста между Благовещенском и Хэ-Хэ через реку Амур составляет 35 километров. До областного центра также 35 километров. Международного аэропорта Игнатьева 60 километров. Через территорию района проходит ветка железной дороги, а также автомобильная магистраль федерального значения. Храним свою историю. Для потенциальных инвесторов Ивановский район – это территория надежных вложений.